Вначале стали обращаться жители по поводу того, что у них в квартире холодно. Одна квартира, две квартиры. Мы сделали утепление. Фасады. Да. Потом к нам стало обращаться большое количество жителей с этого дома, что у них идет промерзание в зимний период. Мы обследовали весь дом и выявили проблемные участки. И вот результаты. Делали тепловизионное обследование. И вот эти как раз вот эти углы, все 9 этажей, вот это место, идет промерзание. Вот, это вот. Это же какая потеря теплоты будет. Да, и сейчас, когда мы как раз таки утепляем, мы получим экономический эффект. То, что жители начнут платить меньше. У них есть и узел учета, и узел погодного регулирования. Он дал эффект свой, но, опять же, с учетом утепления, это будет еще больше экономический эффект для жителей. Это безусловно. Да, согласен. Главное, чего мы добьемся, прежде всего, это экономия тепла для жителей. У нас сегодня 260 домов контракты подписали. Остальные сейчас в процессе подписания, конкурсы все прошли. То есть мы полным ходом ведем работу, и сроки обозначены с учетом того, что контракт заключен только что до ноября месяца, мы должны работу завершить. Хорошо. Thank you.